Всем привет, друзья! Сегодня поговорим с вами о приготовлении блюд на пару. Оть сохраняет за все питательные ценности и очень полезно. Не ожидала, что будет так вкусно. Сегодня у нас будет на пару овощи, зелень, мясо. Здесь у нас куриная грудка, капуста, укроп, зеленый лук, салат и рукола. Все готовила в режиме овощи в протяжении 5 минут. У меня мультиварка-скороварка, клапан был при этом открытый. Посмотрите, как за 5 минут приготовилось у нас мясо и овощи. При этом все очень хорошо пропиталось и питательные ценности сохранились. Так, смотрите, что у нас получается. Очень красивое съедобное блюдо. Проверим филе. Вкусно. Все питательные ценности сохранились в наших продуктах. Без варки. Данные блюда подходят для кормящих мам, а также для людей, которым нельзя жареное. Попробуйте, и вы не пожалеете.